мировоззрение Кремля, оно определено изначально очень жестко. Вот. Оно фиксировано. Вывернуть его невозможно. Это люди, которые поставлены здесь смотрящими после поражения Советского Союза в Холодной войне. Вот. Они выплачивают контрибуции в виде якобы увода денег в офшоры. Это на самом деле контрибуции. В силу поражения, в силу статуса десуверенизации России. Вот. И они не могут сдвинуться ни влево, ни вправо. Это просто люди, которые функционально обслуживают поражение, так же, как Аденауэр обслуживал Германию, потерявшую суверенитет после 1945 года. Вот. Но зато другие люди, широкие круги общественности, носители, скажем так, мировоззренческих установок, думающие люди, профессионалы такого гуманитарного склада, они, да, они в значительной степени откликнулись на мои попытки навести такие мосты. Поэтому я считаю, что моя работа была за вот эти последние 25 лет успешной. Вот после провала в Таджикистане я приобрел очень большой опыт, осознал собственную наивность во многих вопросах. Вот, и думаю, что то, как я распорядился своими возможностями в последующие годы, это было оптимально. Так я надеюсь, во всяком случае. Иншаллах.